Юрич, скажи, у нас какие даты мы будем фактически готовы сдавать? Давай. Каждый квартал. Не надо. Ну, еще раз я подтверждаю, что дача будет этого участка число 18, следующего 24, 25 и 28 последний участок. До конца октября мы планируем все будем работу закончить. Между Вольск и Чапаев. А вот эти сроки, которые мы планировали, 15 число, вот с чем связано, что мы уходим за эти дни? Ну, у нас, к сожалению, площадка, на которой мы могли работать, в связи с тем, что дополнительные работы здесь проводили другие компании, нам его вовремя не дали. До сих пор совместно пытаемся здесь коммуницировать и все работы эти делать плечо друг другу. Но на сегодняшний день нам до сих пор площадку полностью не передали. А у нас собор, у нас с чего у нас по сроку? У нас как получилось? Мы же планировали полтора месяца здесь. И вот последние даже хвосты, которые мы должны уже отдать на Вольское Чапаево квартале, и никак не можем отдать. Какие вы планы и с чем связаны? Наши планы закончить работу в четверг на следующей неделе. И значит, согласно контракту, мы должны были закончить 12 октября, но учитывая важность и срочность объекта, принимали все усилия для того, чтобы сократить эти сроки. Но наличие подземных коммуникаций, стесненных условий, несоответствие съемок, все это не могло не повлиять на сроки работы. Работу в прямом смысле выполняли вручную для того, чтобы подготовить и передать. На сегодняшний момент у нас общестроительная работа закончена на всех участках, идет перерез абонентов. Планируем закончить работы к четвергу на следующей неделе. Еще раз повторюсь, действительно были нацелены на передачу в более ранние сроки, но, к сожалению, реалии оказались более тяжелые, чем изначально планировалось. Понятно. А у нас вы вчера заявили о 15 ноября сдаче. Вы что имели в виду? Потому что на самом деле вы создали некий ажиотаж. Надо либо объяснить горожанам и СМИ, которые были. Там где-то выхватили из контекста, но тем не менее, вы скажите, почему сроки и что вы имели в виду? Ну, собственно, в связи с тем, что да, вот есть объективная причина, что КВС немножко у нас сроки сдвигает, принято было решение, что нам необходимо продлить общие сроки выполнения работ на проспекте Кирова. Подрядчика обязательства завершения работы в октябре никто не снимает, но у нас есть еще процедура приема сдаточки. Нам надо минимум 2 недели большой объем, потому что самой исполнительной документации, обмеров, ну, могут вылезти какие-то доработки, которые потребуют устранения до их приемки. Поэтому мы приняли такое решение, что до 15 ноября придется по условиям контракта продлить сроки исполнения работы. Так, на то, чтобы его закрыть полностью, да. Принять работы, произвести выплату по контракту. Но фактически сроки вы назвали.